Привет всем! Я Клава Цветочек, а я Матрёна. Вместе мы... Новые русские бабки. Да, ну мы бабки, мы старенькие совсем уже. Память отшибает, вот забыли, где же наш следующий юмористический концерт. Или Южная Корея. Может быть. Аляска. Сами туда едьте. Там холодно. Ну тогда. Замбию. Сами туда едьте. Там жарко. То жарко им, то холодно. И Индиана. Ну где же? Где же наш следующий концерт? Клава, помнишь, у тебя собачка была? Помню. Зума и звали. Может, спросим ее, пусть поищет страну? Окей, Клава, давай. Зума, ты собрал команду? Ау! Дай собрал команду, других звал. Так, ну посмотрим, что, кто у тебя тут в команде сегодня. Ребекка, Эмили и Джордж. Пеппа Пик, Пеппа Пик. Какой Пеппа? Пеппа спит, дома нету. Тут Джордж, Ребекка и Эмилия только. Три кота и бабушка. Три кота, три хвоста. Привет, мои внучатушки. Поможем моим знакомым бабулям? Да, бабушка, поможем. Я знаю, что надо делать. Надо пройтись по всем этим книжкам, искать подсказки. Молодец, Карамелька. Савулья и Каркарыч. Ух, сколько книжек. Ну, если я не засну, тогда получится помочь. Гномик Вася. Да, не смотрите, что я самый маленький гномик на свете, Вася. Я много чего могу. Шпак. Полиция, полиция, тут бабки какие-то гуляют. По-моему, это переодетые мужики. Срочно выезжайте. Зина Якин. О, ну Якин, отвезешь меня на концерт русских бабок? Конечно. Осталось узнать только, где же пройдет этот концерт. Шведский посол. Князя, князя. Какой князя? Это же девушки. О, Крымская волость? Нет, Крымская волость. Да. Так. Иван Васильевич и Иван Грозный. Ух ты, у меня два мужа. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. И Иван Грозный. Так, бабки, что у вас за проблема? Мы никак не можем найти юмористический концерт. Ничего, я сейчас попрошу своим смердам. Они быстро найдут вам. Какие еще смерды? Кто тут смерд? Я вообще-то жена твоя. Уйди отсюда, старуха! Старуха? Ну все, я звоню в психиатрическую больницу тебе. Ух ты. Ух ты. Это что? Буквы? Что? Ну ладно, давай попробуем. Юла. Юла. Юла, это в детстве была. Вы, бабки, крутитесь, как юлы. А. Автобус. Какой автобус? Поездка. Там же снег. Лед там, снег там. Там автобусы не ходят, там вездеходы, снегоходы, там ледоколы плавают, но не автобусы. Зон. Ну вот еще чего себе. Дождливую погоду мы не выступаем. И игрушки. Игрушки.
Ну, некогда нам с внучатами в игрушки играть. Мы вообще-то популярные бабки. Нас всюду просят концерты давать. Деньги надо зарабатывать, а то пенсии не хватает. Может быть, вы мне отдадите все-таки крымскую волость Швеции? Мы, конечно, дадим, но сначала вокруг света. Для нас, бабок. В Африке, в Замбии. Африка. Есть у вас Африка? Замбия только. Замбия. Первый бал. Хо-хо. Там слоны замбийские. Я. Слоны замбийские. Ну ладно. Замбия так Замбия. Хо-хо. Ну все, ты обещал царю жениться на мне. Теперь у нас будет, так сказать, медовый месяц, свадебное путешествие по Европе, в Италию, в Лондоне. О, Биг Бен там круто. В Нотр-Дам-де-Пари. Париж, это страна всех влюбленных. Это город всех влюбленных. Там Эйфелева башня. Голландские мельницы. Ой, там тюльпаны, там много цветов. Так, ну сейчас проверим. Ну нет тут никаких европейских стран. Якин, я царю подскажу. Ладно, придумаем что-нибудь. Да так, полиция, вы уже в пути? Тут происходит что-то совсем интересное. Тут много книжек, все отгадывают, все с ума сошли. Приезжайте скорей. Кто говорит? Шпак говорит. Сколько букв? 4. ШПАК, шпак. Четыре. Это номер. Четыре. Чего? Кто меня тут назвал тупым? Это Иван Грозный тебя тупым назвал. Так, ну, ищем. Коричневый цвет, как у Винни-Пуха. Да. Так, ну можно Замбию записать, второй бал. Там есть такие коричневые оттенки. Ну, больше никого. Жди, шпак. Ладно. Ух ты, я бы с радостью помог вам, бабушке, но мне не работать надо. На ферме ходить. Да, я же гномик, который живет на ферме. Вместе с ослом, свинь, коз, кур, коров, мышь, гусей. Заткните этого петуха! Он меня разбудил! Ну кто-нибудь заткните петуха! Я спать хочу! Я весь Новый год работал, без выходных, все подарки отнес. Ну дайте дедушке поспать. Кто-нибудь, заткните этого. Осла. Ух ты. Разбудил Деда Мороза с голосами домашних животных. Ну я не хотел. Это не я, это домашние животные. Ну ладно, тогда. Азбука латышская. Ну окей. Д. Давана. Подарок. Подарок? Двоим. Подарок двоим. Южная Корея. Первый бал. Авена. Ауми. Асте. Причем тут олени? Хотя олени есть там на Аляске. Оленевые упряжки там популярны. Аляска первый бал. Зоопарк. Слоны в зоопарке.
Ispletnes. Так. И Ispletnes. На парашюте вы можете лететь и приземлиться в Индиану. Эй, мальчик, ты не видишь? Мы же бабки. Мы старые. Какой парашют? Какая Индиана? Ну, тогда я думаю, что вам, бабушке, нужно вызвать таксистов, поехать на станцию. Станцию, где есть поезд, который едет в Индиану. Вот, круто. Индиана. США, первый балл. А я-то что-то дремать начала уже. Мы спать хотим. Опять этот слон. Нет. Опять этот слон. Нет, не хотим мы туда к тебе, слон. Бабушка, бабушка, а какая у тебя в детстве была самая любимая книга? Про Македонского. Да? И кто он был? И что он делал? Сражался. Полководец он был. И еще лук и стрелу стреляли. Писали еще. Коня вызвали. Праздников у нас. Круто. А какой страны девиз у них был? У македонского девиза кричал. Он кричал Корея. Саут Корей! Саут Корей! Третий балл, Южная Корея. Ой, круто, круто, Миу! Правильно, Миу! Миу, Миу! Мы правильно ответили! Можно, бабушка, мы пойдем? Оладушки есть! Да! Бабушка вам напекла оладушек! Пойдемте, проголодались, наверное, я вас накормлю. Ух ты. Скучно тут играться в этой песочнице. Давай-ка, Ребекка, Эмили, давай-ка мы сходим. Планетариум. Который я... Привет, я суперзвезда! Посмотрим в телескопе, что? Суперзвезду! Суперзвезду, вот эту! Лобода, суперзвезда! Да, это суперзвезда, северная звезда, которая... Флагах подойдет. Индиана. Индиана, третий балл. Аляска. Вот это суперсеверная звезда. На флаге Аляски третий балл тоже. Круто! Как интересненько. Ой-ой-ой, не надо ходить в лес. Там медведь. Да, там медведь. Там он рычит. Полицию они вызывают. Нет, давай лучше к своим родственникам сходи. Точно сказано. Мы спортсмены, а не аборигены. Да, мы охранники. Я, например, охранник. Вы спортсмены, да? А я охранник. Желание для тебя. Да? О, круто. Ну, исполняй. Бабки. Давай, страну называй. Вот тебе бабки, Северная Аляска. Северная Аляска. Ну ладно, четвертый балл. Не хотим мы туда, там холодно, там лед. Так что за непослушание? Сказали вам, Аляска значит Аляска, смерды. Ух ты, вообще-то мы боярине. Так с боярине.
Ферму оправляйте! Работать некому! Некому коров доить! Свиней кормить! Некому даже яйца собирать! А мне же нужен, так сказать, завтрак, обед и ужин к царскому столу! Так что работать, бездельники! Ух ты! Так, ну ладно. Как мне узнать, кто же мой настоящий муж? Слышь, ты! Ты будешь... Обведи по точкам бульдозер. Бульдозер? А это что? Бульдозер — это такой транспорт строительственный. Ух ты, круто! Это не мой муж. Мой муж этот, ну... Ты... Помоги катку сделать асфальт ровным. Да, он дорожный рабочий. Ах, значит, я не сошла с ума все-таки. Что там говоришь, бояриня смерд? Какой бояриня смерд? Ты что, бес попутал тебя? О, отвали от меня, я в печали. Да, странно. Срочно нужна скорую помощь. И где? И тебя вылечут. И тебя. И меня вылечут. О. Так. Так, шведский царь хочет знать, какую страну вы отдадите Швеции, наконец-то. What? Ничего не отдавайте! Не отдавайте ничего этим шведам! Я умоляю вас! Но придумали, какую страну будете отдавать? Нет, нет, давай ему песенку какую-нибудь. Ну, Швеция, сколько букв? Швеция. Швеция. Шесть букв. Шесть. Песня номер. Шесть. Вот, слышал? Вот, скажи своему шведскому королю, что он может отправляться на замок, там, где принцесса взаперти сидит, и освободить ее. А Крымская волость? Нету Крымской волости. Ну, Якин, так ты наконец выбрал транспорт. Сколько можно ждать? Я уже выбирал. Это легковой кабриолет. Белый кабриолет. Ух ты, с ветерком поедем? Да. Мы тоже хотим с ветерком. Куда вы поедете? В Замбию. По ветерком в Замбию. Замбия, 4-й балл. Так, полиция! 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 Я выпил снотворного! Я спать пошел! Бабушки, бабушки! Я нашел эксперта! Эксперта нашел! Он вам должен помочь! Ой, ну спасибо, Вася! Хоть один нормальный человечек. О, ну чё, Матрёна? Что надо, Клавдия? Пошли к главному эксперту. О, Мадагаскар, ребята, где же наш следующий концерт? Мы, Горя, Алекс, я, мы знаем, это Корея. О, это Южная Корея. О, какой прикольный инь-янь. Как там красиво. Все. Итак, Клаудия Цветочек и Матрёна. Новые русские бабки отправляются, они в Корею. Отправляются с концертом. Саут-Корея. Покупайте билеты.